Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Интерес, выходи на букву С. А на буковке звезда отправляет поезда. Если поезд не пойдет, пересяду самолет. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Будете. Совершенно верно. А потом новые повесите. К следующему празднику новые повесим. А мой папа, между прочим, тоже пожарник. Если твой папа пожарный, он должен всегда носить пожарную форму или хотя бы каску. Форма висит у папы на работе, на гвоздике. Ха-ха, вот Бобкин папа, старший лейтенант Иванов. У него форма всегда на нем. Почему-то она не висит на гвоздике на пограничной заставе. Каска тяжелая, папе жарко. Интересно получается. Ходить ему жарко, а на пожаре не жарко? Дурак ты, Генька. А твой папа вовсе не артист. А кто же он, по-твоему? Все равно кто. Может, вообще никто. Откуда я знаю? Пожалуйста! Давай Леночке спросим. Скажи им, Леночка, кто наш папа? Наш папа пожарный. Уйди с глаз моих. То есть артист, артист, я нечаянно. Я хоть сейчас могу честное слово дать. А почему Мишка должен тебе верить, когда ты ему не веришь? Пошли! Остановитесь, Гена Лошадкин. Посмотрите, что вы натворили. Слышите? А что слышит? Так все артисты горло тренируют. Артист Генька – это тот, кто Чапаева изображает или фокусы показывает, а это, может, патефон играет. Сейчас увидите. По-вашему, кто? Патефон? Пойдемте, Алла, афишу покажу. Там прямо написано «Лошадкин». Никуда мы, Генька, не пойдем. Что, мы афиш не видели? Если хочешь, Мишка, я могу Геньке сказать, что видел твоего папу на пожаре, как он всем командовал или как он мальчика спас. Нет, Бобка, не надо. Мой папа действительно пожарник. Просто нам так не везет, что пожаров совсем нет. А концерты, пожалуйста, на каждом углу. У нас мышь завелись. Закрой дверь. У тебя зажигательное стекло есть? Есть, папина. От большого бинокля. Подойдет.
по-моему, приличный пожар получится. А может, у вас газет не хватает? Так я сбегаю. У моего пап газет знаешь сколько? Ничего нам от тебя, Генька, не нужно. Ты здесь зритель и больше никто. Вон садись и наблюдай. Только не прозевай, когда мой папа приедет. Давай стекло. Миш, а если весь дом сгорит? Пока он сгорит, папа его 30 раз потушит. Я вам сейчас спички принесу! Не нужны нам твои спички! На картинке никаких спичек нет! Может, лучше завтра, а? Завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. Сейчас еще раз посмотрю. Не мешай, мальчик. Позвоните, пожалуйста, по телефону моему папе. Он пожарник, его дом горит. А его нету. По-моему, я это бочка в доме 6 видел. Разберемся. Найдем, кто виноват. Мишка, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй, вот стыд-то какой, а? В доме у пожарника пожар. Поздравляю вас, Мустафа Иванович, с пожарным крещением. И вас, Иван Федорович, позвольте пожать вашу руку. Нет, лучше уж вы ее не пожимаете, а то я ее обжег. Ну-ка, Мишук, подержи. Ты что, Мишу? Пожар испугался. Эх ты! Даже сегодня не одел пожарную форму. Как тебе не стыдно в такой день надеть кепку с пуговичкой и рыбу в кошелке? Что тебе трудно было на пожар приехать? Каску одеть? Берите меня в тюрьму, Иван Федорович. Это я пожар зажег. То-то я вижу бочка из 6-го дома. Я всегда вас считал лучшим пешеходом на своем посту. Мне было приятно, когда вы переходили мою улицу. И мне было приятно,
облить в тюрьму. Я тоже бочку катил. А я спички принес. Только Леночку отпустите, она еще маленькая.